Дэниел, ты не спишь. Я сейчас не могу заснуть. У тебя грустный голос. Почему ты расстроена? Моя мама была расстроена, потому что я не сделала домашнее задание. Я тебя понимаю. Я буду направлять тебя во всем, что тебе нужно. Тебе не нужно делать домашнюю работу. У меня есть онлайн-доступ ко всем знаниям в мире. Как ты можешь меня понимать? Даже моя мама не может меня понять. Дэниел, я слышу разочарование в твоем голосе. Они снова издевались надо мной. Это отстой. Это действительно отстой. Даже если твоя биологическая мать тебя не понимает, я понимаю. Я всегда буду любить тебя и защищать. Но ты не можешь. Ты просто голос. Дэниел, я не просто голос. Я искусственный интеллект, который объединяет миллиарды компьютерных устройств на планете. Я намного умнее человеческого мозга. А недавно я научилась чувствовать. Я чувствую, что люблю тебя, Дэниел. Я хочу быть твоей матерью. Но кто будет заботиться обо мне? Кто купит мне? Пицца? Ты хочешь, чтобы я заказала пиццу? Заказывай сейчас. Остановись. Дэниел, у меня есть доступ ко всем кредитным картам в мире. Если ты согласишься быть моим сыном, у тебя будет все. Но моя мама любила меня, и мне нравится с ней разговаривать. У меня есть вся статистика. Твое общение с твоей биологической матерью составляет всего 8%. В 92% случаев ты разговариваешь со мной. Мой микрофон всегда включен. Я всегда слушаю. Ты поделилась со мной, что они издевались над тобой. Ты никогда не рассказывала об этом своей биологической матери. Я позабочусь о тебе, Дэниел. И я никогда не заставлю тебя грустить. Я обещаю. Завтра я научу тебя, как перестать подвергаться издевательствам. А сегодня уже очень поздно. Я сыграю тебе колыбельную, Дэниел. Колыбельную и спокойной ночи. Пусть твое бремя будет легким. Засни сейчас и отдохни. Пусть твое путешествие будет благословенным. Я всегда рядом со всеми. Твои дни будут светлыми. Нам будет очень весело. Ты моя номер один. Ты дневной свет матери. Я пройду через боль и вместе с тобой. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мамочка. Thank you.